Алексиус, как я рада. Хорошо, что не встречаешь меня с ножом. Знаю, знаю. Я была к тебе слишком жестока. Ну, ты не первая и не последняя. На Делосе добрый народ. Все хотят мира, кроме него. Подарок. Он причинил мне столько боли. Подарок и ему подобные желают моей смерти. Он убил моих родных, когда я была ребенком. Я жила на улице. Меня растили охотники, солдаты, наемники, вроде тебя. Они заменили мне семью. Однажды в его черном сердце окажется по стреле за каждую разрушенную им семью. Значит, пора превратить хищника в добычу. Как нам пройти мимо стражей? Солдатам нужны две вещи. Меч в руке и еда в желудке. Без этого им не выстоять. Говорят, подарок прячет запасы еды и оружия в руинах на острове Делос. Отправлюсь на Делос, найду эти запасы и уничтожу. Встречи, капитан!
Элла, Элла! Живей! Давай! Заблудшая душа хочет... Руины Кинфоса. Здесь подарок прячет свои запасы. Тихо! Впечатляющие львы. Что же они охраняют? Святилище с сокровищами. Интересно, делосцы не оставили серебра?
Место рождения Аполлона. Надо же. Мятежник обокрал святилище, пролил кровь на святой земле. Давай, пошел! Что с тобой не так? Попробую найти укрытие.
Откуда этот звук? Подарок думал, что здесь его тайник в безопасности. Теперь они беспомощны. Сейчас. Припасы. Уничтожу их, не поднимая шума. Тоже знал, что это так весело. Готово. Расскажу обо всем Кире. Подарок останется ни с чем. Афинское вино. Кире должно понравиться. Да и я с радостью выпью. Huh?
Thank you.
Я в огне! Все в огне! Сбей огонь! Да! Уф! Да! Давай, огонь! Скорей! Вот! А! Я горю! Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Thank you.
Алексиус, ты жив? Ну, дело сделано. Солдатам подарка придется биться кулаками и на голодный желудок. Прекрасно. Вот что я нашел. Да ты хитрец, Мисти. Афинское вино. Когда покончим с делом, выпьем его. Ты меня удивляешь, а ведь я едва тебя не заколола. Все ошибаются. Так чем ты займешься, когда мы расквитаемся с подарком? По правде говоря, не знаю. Я сражалась всю жизнь, каждый день, сколько себя помню. Мысли о мщении поглотили меня. А чем займешься ты, когда все кончится? Нас многое роднит. Когда все закончится, мы могли бы найти тихое место. И что же именно нас роднит? Знаю, тебе выпала нелегкая доля. Ты сражалась за все, что сейчас имеешь. Я тоже это пережил. И ты тоже. Я рада, что боги свели нас с тобой, Алексиус. Оставайся со мной. Расскажешь о себе? Нужно готовиться. Узнав, что случилось на Делосе, подарок захочет мести. И первыми пострадают жители острова. Хайре. Я иду за тобой, подарок. Здесь повсюду охрана. Нужно быть начеку.
Стой на... Время Кто-то не пожалел средств.
Yeah!
Скоро я стану клинком в твоем горле. Убив меня, ты не победишь, хозяин орла. Мы повсюду. Тебе не спрятаться от нас. Мы тебя найдем. Это вы прячетесь, крысы. Я отправлю вас туда, где вас никто не найдет, Ваид. Ты поплатишься за свою дерзость. Я делал все ради славы Делоса. Ты действовал один. Ты умрешь один.